Как воспитать всесторонне развитых учащихся химкинских школ и вывести дополнительное образование городского округа на более высокий уровень? За ответами на эти вопросы на встречу с представителями регионального движения молодежи «Мы первые» приехали заместители и советники директоров по воспитательной работе. Именно они определяют вектор направления всего городского округа. У них уникальная возможность впервые задать напрямую вопрос первым лицам, которые этот проект курируют в регионе. У нас представилась такая возможность благодаря нашему главе городского округа и всем тем, кто курирует это направление в Московской области. Спикеры конференции рассказали, как грамотно организовать работу дополнительного образования. Сюда включены школьные студии телевидения и театральные кружки, проекты по IT, программированию и конструированию летательных аппаратов, волонтерские, патриотические, спортивные клубы и многие другие. По словам представителей управления образования, все эти проекты уже реализуются в школах не первый год. Необходимо только довести их до совершенства. Вот это тот базовый минимум, который есть и должен быть в каждой школе. Я очень рад, что в городском округе Химки все это есть, а значит, мы должны развивать это, наполнять это содержание. Развитие дополнительного образования в Химках уже позволяет подросткам участвовать в тематических всероссийских олимпиадах, выигрывать путевки в Артек и в целом прославлять округ благодаря своим достижениям. По словам педагогов, таких талантливых детей в городе с каждым годом становится только больше. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.